в сторону моря, солнечным берегом, в сторону набережной. Пока не так много людей, они там ближе где-то через часик, так как мы сейчас сколько у нас времени? Так. Я думаю, где-то в 10 здесь будет намного больше людей. Вот. Ну, в данном случае мы сможем еще не так темно рассмотреть. Вообще, нам всем известно, конечно, что Болгария очень гостеприимная страна. Ну, соответственно, все готовятся к сезону туристическому. Поэтому, конечно, здесь очень приятно гулять. Вот этот ветерок всегда, который в Болгарии. Очень приятно находиться. И когда еще и зрелище. Вообще, гулять одно наслаждение. Вот мы сейчас пройдемся и посмотрим на всю эту красоту. С учетом того, что еще надо часик второй подождать. Здесь будет немножко другая атмосфера. Здесь будет больше будет музыка, веселее. А сейчас так поспокойнее. Ну, я не стану считать количество ресторанов, которые в сторону набережной. Их просто большое количество. И все они уютны по-своему. И очень, говорю, все красиво. И гостеприимная Болгария, конечно, ждет гостей всегда, туристов. Что касается парковки, конечно, в центре она однозначно платная. Так что свободных мест бесплатных сложно найти. Вот, но можно, конечно, постараться, но тем не менее, действительно, с парковками будет сложновато в центре. Вот сейчас мы проходим паркинг, который платный, конечно. Конечно, такси везде. Это сезон вообще 24 часа такси. Макдональдс. Когда темнеет, здесь все сверкает, насколько очень много света, очень все яркое. Что касается обмена, конечно, здесь каждых 100 метров можно легко обменять любую валюту и курс, вот, который вы увидели. Разницы особо не будет большой между банком и ченч, который на улице. Еще немного, и мы, кстати, дойдем до банка, который тоже Фибанк, который находится в сторону набережной, в сторону моря. Сейчас мы на нем тоже обратим внимание. Вот он, банк. Сейчас подойдем поближе. Фибанк, банкоматы. Рядом с Фибанком. Практически в каждом ресторане есть своя живая музыка и свой стиль. Еще немного, и мы приближаемся к морю. Правда, очень приятно гулять, ветерок. Ветерок в Болгарии, это, конечно, такое преимущество. Он тут постоянный ветерок. И очень, правда, приятно гулять, когда сильная жара. Оно особо не ощущается из-за такого ветерка. Потому что ветром не назовешь, такой очень приятный ветерок. Это думаешь, как и на многих курортах. Везде есть места, где можно перекусить. Пицца, свежие напитки, выпечка из фруктов. Болгария, конечно, не исключение. И, соответственно, аттракционы. Сейчас мы вышли на пляж.
Вот мы сейчас пришли в Солнечный берег, где можно покататься на яхте. Можно узнать, сколько стоит? 10 лев человека. 10 лев человека, а куда вы катаете? Старинный город. Старинный город, туда и обратно. Нет, не туда и обратно, просто туда. Обратно можно и другой катер есть там. Ну, 15 у нас стоит 10 лев. А сколько времени занимает все путешествие? 20 минут. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Мимо баров, ресторанов. Здесь вы сможете сделать для себя небольшой шопинг. Здесь одежда, обувь, все такое необходимое. Разные там сувениры, косметика. Очень много всего. Здесь можно немного приобрести одежды. В общем-то. Не только на летний период и на зимний. Кстати, в Болгарии очень часто бывают скидки, такие очень приличные, которые нравятся гостям, туристам. Такие всякие разновидности игрушек. Боже, чего же столько нету? Очень много всего. Обилие. Ух ты! Вот какая красота! Это интересно, что это такое? Это брелок? Наверное. Очень красиво. Сейчас мы возвращаемся по этой же улице. Только все, что у нас изменилось в это время, 9 часов. Это совершенно другая дорога. Очень много людей, которые гуляют. И даже тяжело стало снимать. Наблюдаем такую веселую картину. Интересно, кто не выдержал? Или гость, или турник. Я думаю, все дело в гости. Да. Я думаю, в следующий раз попробует и получится. Иногда бывает такое. С каждым часом здесь больше и больше гуляет гостей, туристов. И в любом случае очень приятно ходить, гулять. Все красиво, все ярко. Мороженое 89.
сейчас он проходим, не могу мимо пройти, посмотреть, что это такое. Так. Здрасте, это воздушный шар? Что это? Шарик. Шарик, да? А, и сколько стоит такой шарик? 10. 10 лева, да? Да, да. Да, мы снимаем. Такую красоту невозможно не снять. Да. Русский молодой человек демонстрирует танец. Вообще замечательно. Очень оригинально. Надо дать должное, все здорово.